Хорошо. Ваня, пока выключите, пожалуйста. Привет, друзья, это первый батл. Мы сегодня только начали, поэтому давайте полайкаем трансляцию. Все дружно наберем 20 тысяч лайков. Быстренько продвинем трансляцию немножечко вверх в рейтинге. Также поддержим. И сегодня как-нибудь повыиграем. Давайте повыиграем сегодня. Хватит поражений. Мы победители. Захарова нормально. Живет и дышит. Летает на метле по всей поляне. Все нормально. Все хорошо. Всем привет. Вчера трансляции не было. Вчера форс-мажор произошел. Очень сильно устали на самом деле. Многие советовали зайти в Беларусь. И вот я здесь, как говорится, я здесь. Кто задавайте вопросы, мы на них обязательно ответим. А может и не ответим, кто знает. Посмотрим. Поглядим. Юрка, привет. Всем привет. Я на суперу. Марине, я рад, что есть люди, за которыми вы следите. Это здорово. Сколько ты на проекте? Около года. Больше его скоро будет. Ну, в совокупности уже год, если считать первый приход и второй. А если только июль считать, то в июле будет год. 17 июля. 17 июля. Многие рождения, короче, будет год. Друзья, мы будем побеждать сегодня или нет? Давайте потапаем по экранчику. И поддержим, пожалуйста. А то что-то мы проигрываем. Давайте полайкаем трансляцию, друзья. Тык-тык-тык-тык-тык, на 60 человек. Давайте поддержим немножечко. My love. Если мы первый батл проигрываем, это значит, что трансляция будет плохая. Вот так закономерность вот такая. Мне? Сейчас? Нет. Я вообще есть не хочу. Я поел, мне все кормили все. Мне себе Бигрина покормила мясом, прям вкусным. Катюнь, я честно, я вымотался, я целый день тут бегал. До часа максимум. Даже может меньше, потому что глухо. Нет никого. Привет, привет, Алиш. Сейчас 20, друзья. Направляй меня своею рукой, заслони со мною однополую. Я готова быть виновой тому, чем выше любовь, тем ближе поцелуй. Есть кто-нибудь на проекте из Беларуси? Да, Артем есть. Грант. Артем Ильюкович есть. Дай зрителям юзик тайм. Тем ниже поцелуй. Спасибо, Леночка, подпишусь на тебя, подписывайся на меня тоже. Забираем топ-3, друзья. 12. Ольга, модератор, все никак не успокоится. Просто меня не слышно, друзья, когда я включаю звук. Ой, господи.
такие гении. Давайте второй батл выиграем, друзья. Постараемся. Давайте по лайкам. Катюха самая красивая на проекте. Это факт. Это да. Тут не поспоришь. Катюха, да, самая красивая. Господи, сколько забот. Ну, а ты где идет? Кушается все. Ну, что, это плохо? Хороший аппетит, это тоже здорово. Правильно? Значит, не болеет. Поэтому везде нужно искать плюсы. Друзья, везде. Думаешь о войне с Украиной? Господи, Катя, пожалуйста, отстань. Ну что, плохо? Плохо. Вообще, все, что происходит сейчас, плохо. Осуждаю. Ребят, по одной розочке, пожалуйста, потом все подарки будут умножаться. Давайте по одной розочке. Три человека по одной розочке, друзья. Катя, твоя девушка, да. Три розочки, друзья. Ой, Юлечка, привет! Но подарки еще не умножаются. Спасибо большое, надо было умножить. Одна розочка, друзья. Спасибо, Юлечка, привет. Одна розочка нужна, друзья. Алиша, спасибо. Вот сейчас все подарки будут умножаться, друзья. Юлечка, спасибо. Сейчас все умножается, друзья. 30 секунд, все подарки умножаются. 30 секунд, все подарки умножаются. Спасибо, Юлечка. Обгоняют, обгоняют, 15 секунд. Юлечка! Спасибо большое, Юлечка. Спасибо большое, Юлечка. Лизка, привет, спасибо большое за огонечек. Лизка, спасибо большое. Самая хорошая пара это были Макс. Ну, извините, что мы не такие размышления. Спасибо, Юлечка, большое. Спасибо огромное. Догонят нас полторы минуты, друзья, проигрывать нельзя. Проигрывать нельзя. Давайте не дадим нас догнать. Обогнали полторы минуты, друзья. Нас обогнали. Нас обогнали, друзья. Юлечка, подписывайся на Юлечку, друзья. Нас обогнали. Вот! Юлечка, спасибо большое за медведь. За медвежонка, спасибо большое. Юлечка одна вытягивает этот батл. Юлечка в одиночку вытягивает. Прям ровненько идем. Минута, друзья. Нас обгоняют на чуть-чуть. Спасибо, Юлечка, большое. Спасибо большое за неваляшку. Обгоняет на чуть-чуть. Юлечка, спасибо. Друзья, догоняем. Давайте потапаем по экрану, кто не тапал. Три раза так по лицу не ударьте. И будет хорошо. Юлечка, спасибо. 20 секунд. Чуть-чуть проигрываем. Чуть-чуточку проигрываем. Юлечка, спасибо. 10 секунд. Артурик, привет. Ё-моё.
что ж такое? Юлечка, спасибо большое. Привет, Настен, привет. Юлечка, спасибо большое. Юлечка одна вытягивала. Да, давайте хотя бы полайкаем трансляцию. Хотя бы полайкаем. Будет уже здорово. Восемь часов уже, 28. 29 уже, да? Привет, Артур, привет, Эмилия. Привет. Привет, на Юлечку подписывайтесь, пожалуйста. Они также комнату забрали, Аня и Максима. Да, есть такое дело, забрали. О, классно. Стараюсь, спасибо, Юлька. Потом все подарки будут умножаться. По одной розочке, пожалуйста. Потом все подарки будут умножаться. Давайте выиграем Кристинку уже наконец-таки. Две розочки всего, друзья. Потом все подарки будут умножаться. Две розочки. Спасибо, Лизка. Спасибо, Юлечка. Сейчас все подарки будут умножаться, друзья. Артур, ты очень классный. Один из самых интересных участников, ты, Кристина. Спасибо большое, Эмилия. Спасибо. 30 секунд, и подарки умножаются, друзья. Эмилия, спасибо большое за поддержку. За добрые слова, как говорится. Все подарки умножаются. 10 секунд, мы проигрываем баттл. Проигрываем баттл. О! Юлечка, спасибо большое. Алиша, спасибо. Алиска, спасибо. Юлечка! Юлька сегодня балует. Юлечка, Лизка, спасибо большое. Юлька сегодня балует. Юлька, спасибо большое. Надеюсь, этот баттл мы выиграем. Это Юлечка уже потратилась, а мы в прошлом баттл проиграли. Спасибо, Юлечка, большое. Юлечка! Журавль полетел. Спасибо большое. Ровненько прям идем, ровно идем. Алиша, спасибо. Ровненько, 550 и 551. Юлечка! Юлечка сюда вообще балует. Юлечка, спасибо большое. Саида, привет. Спасибо большое. Привет, Андрюх. Минута, прям ровно идем. Юлечка, спасибо. Прям ровненько, ровненько. Юлька! Спасибо огромное, капец. Юлька сегодня просто топит. Юлька, спасибо большое тебе за поддержку. Капец. Давайте, давайте, давайте. Юлечка, спасибо. Ровненько прям идем. Сейчас нас будут догонять. Сейчас будут догонять нас. Под конец потопят. Day,
Юлечка, спасибо. А, не хватило! Надо выиграть эти. Ребята, это нам вы дали вызов 5-0, ребят, держимся. Спасибо. Надо выиграть и уйти, Юлечка, спасибо большое. Чуть-чуть опять не хватило. Не хватает ЗП на дом 2. Нет, не хватает. Вот так вот, представляешь? Сижу вот попрошайничаю. Вот так вот. Жизнь такая штука. Иди отсюда, ты. Была бестолочь. Юлечка, спасибо большое. У нас нет ЗП на дом 2, мы за колбасу работаем. Если что, на секундочку. Балбес. О, слава, понятно. Все, диагноз понятен, можешь больше ничего в чат не писать. С тобой все ясно. Бестолочь. Это я тебе ставлю диагноз. Бестолочь. Иди. К маме подойди, скажи, что в школу не надо, что ты болеешь, что ты бестолочь. Понял? Потом расскажешь, что в итоге. Вероничка, спасибо большое за гантелю. Глянь, подкачаться. Спасибо за гантельку, Вероника. Представляешь, а нам в Северной Осетии не хватает 30 тысяч. Представляешь, а людям не хватает 10 тысяч рублей. Ну вот представляешь, вот жизнь вот такая штука. Что я должен сделать сейчас? Вот сообщи мне. Напиши мне на почту. Давай карту, я тебе отправлю со своей. Давай. Какие 30 тысяч? Ты в школе, Юлечка, спасибо большое. Какие 30 тысяч ты? Голова дурная. Юлечка, спасибо большое. Ты лучше в школе учись нормально. Не считай родительские деньги. Пишешь тут радости всякие. Испытания скорости не будет, да? Не будет. Глянь, какой. Как думаешь, Ваня Кристина помирится? Да, конечно. Друзья, вот вы каждые 3 дня ко мне заходите и пишите, почему они расстались. И, ну, каждые 3 дня, да? А потом они мирятся. Вам не надоело? Вот реально. Ну, это ж циклично. Артур, без настроения улыбайся больше. Не, я в настроении. Это я так стебусь с этого дурачка. Все хорошо. Помириться прям сегодня. Вот сегодня написали, что поругали. Сегодня и помириться, друзья. Вам, ну, честно, но уже вот, вот тут. Как у вас дела с Катькой? Мне все хорошо. С Катюхой, на самом деле, тьфу-тьфу. Слава богу, все хорошо. Да. Что да? Что да? Это я позначал об этот об стол, Кать. Катя пошла дверь открывать, извините, я постучал по столу, она думает, что дверь кто-то постучался. Да, конечно, вот это у меня приколы дома. Артур, у вас дети будут очень красивые. Надеюсь на это. Ну, я знаю, что будет так, но пока о детях рано говорить. Иди уже к своей жене, что ты все сидишь. Иди к мужу. Что ты здесь сидишь, Нина? Не планируйте детей. Ну и на самом деле, детей хочу. Хочу девочку первую. Платьишки там покупать, знаете, это вся история. Люблю детей очень сильно, прям обожаю. Но сначала нужна подушка безопасности. Что я имею в виду, спросите вы, дорогие друзья, я вам отвечу, это квартира в Москве, это бизнес,
То бишь, чтобы все в жизни было хорошо. А потом уже детей. Ну, чтобы дети жили в хороших условиях, полноценных. Юлечка, спасибо большое. 10 секунд остается, мы опять проигрываем Кристине. Это уже как порча. Уже как порча. 9 секунд. 6 секунд. Вероничка, спасибо большое. Спасибо, Кристина. Спасибо. Тебе спасибо. Пока-пока. Вероничка, спасибо большое. Мы не успели победить этот батл. Но мы не отчаиваемся, правильно? Мы идем дальше. Только последний. Привет. Извиняйся. 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 За что? Позавчера рассказываю историю тебе. Слушаешь? Иногда, когда ты приглашаешь батл, несколько секунд слышно, что говорит собеседник, не принимая батл. Понимаешь, да, о чем я? И там я услышал, Николайчук достал, как задолбал, какой настойчивый. Я просто много раз приглашал, и фразы вырывал из контекста, чтобы сложить полное предложение. И я в тебе очень сильно разочаровался. Жду извинений. Ой, блин, аж лампа чуть не упала. Ну, а что, ты не настойчивый? Разве это был настойчивый, слушай? Ну, извинений в свою сторону. А за что? За что? За что? Каково себя ведешь, Гаечка? Как? А что, я разве плохо себя веду? Как да. Это плохо я себя веду? Взяла трубку, сказала, Артур, я не могу. Давай в следующий раз. Я сказал, хорошо, и мы разошлись, как море корабли. А ты что делаешь? Игнорируй. А ты что? А ты что? А когда я тебя зову? А когда я тебя зову? Почему я не слышу? Леночка, я за козой говорю, Гаечка, я не могу, я занят. А ты не надо, ты меня склоняешь, ты игнорируешь. Ты просто, понимаешь, так пип-пип в трубке, ты даже слова мне не скажешь хорошего. Я жду извинений, вот пока я пью воду, я жду извинений. Очень долго, там очень много воды. Ты что, я решил всю допить? Ну давай, допивай тогда что? Присосался. Спорткар? Я выпил. А не, какой спорткар? Подала идею, глянь. Яхта, я выпиваю полностью. Спасибо. За яхту я выпиваю спасибо, полностью вот этот вот 2 литра воды. Израиль, last battle. Привет, я, кстати, уже собиралась идти спать, но думаю, вообще. Я вообще тебя хотела подождать. Но смотрю, ты там уже с кем-то сидишь. Я не думала даже, что ты. Give please line. I water. Выпивай. И за яхту выпиваю полностью всю бутылку. Кто готов? Вот такой аттракцион сегодня щедрости. Яхту я выпиваю всю воду. Блин, хотелось пошутить, но я не знаю, можно ли ты тут такого? Приберите, спасибо, thank you. Hello. You are good eating today. Почему тебя захотел, блин? У тебя опять там спасибо. Радость. Твои любовники. Что ты злой такой сегодня? Что ты сегодня злой такой? Что у тебя случилось? Потом что произошло? Ты меня разочаровала, Гаечка. Разочаровала меня. Друзья, не я надо тебе так говорю, нам нужен бой. Я тебе нам говорю, что бой. Я не считаю, что я что-то тебе сказала плохого в твой адрес. Юлечка, привет. Я сказала то, что настойчивый какой-то, а? Юлечка, привет. Ты вообще меня отклоняешь. Ты вообще берешь и в наглую меня вот так вот, пип, рука поднимается. Спасибо. Thank you. Thank you. Друзья, давайте полайкаем трансляцию, пожалуйста. Спасибо. Я молю. Он всегда потом такой. По экранчику, пожалуйста. Я не знала, что настолько обидчивый. Что ты настолько ранимый. Пишет мне девочка, у него не стоит. С чего ты взяла, Яна? Как это ты обратила внимание? И как это обратила внимание? Да, как эту цепочку вообще создала? Расскажи.
Это тебе в школе рассказали кто-то или что это? Пусть. Я полторы минуты. Thank you, Кисмин. Thank you, my Samir. Не был бы злой. Получается, все злые, все люди, которые злятся, у них есть. Яна, великолепно. Надеюсь, что ты будешь работать где-то вот психологиней какой-нибудь, в этом роде. Психологом будешь, Янчик. Это твое, родная. Я сейчас опять пошутила, но меня заблокируют однозначно. Спасибо большое, thank you. Ты шикюрлер. Я хочу с тобой побыть одна. Ты давно тут сидишь вообще? В ТикТоке? Где-то 4 месяца. Где? Сегодня ты имеешь в виду? Не, вот здесь, сейчас. 20 минут, 28. 28. Ой, мы тут уже 2 часа, ничего себе. Да, заявочка. Тут заявочка. Заявочка. Сегодня. У тебя там поддержка есть. Давай, наливай. Поговорим, да? Водка. Ташакор Афандем. Что это значит? Ну что, все? Я, наверное, пойду это зайчик спать. Я тоже пойду спать. Ташакюрлер. Все, Айска, давай. До завтра. Давай, не обижайся. Не дуйся, а то лопнешь. Хорошо. Давай. Друзья, всем спасибо большое. Полчасика посидели, побатлились. Завтра попробуем пораньше зайти, часиков в 11, если получится. Устал очень сильно, эмоций не хватает. Ну и эмоций нет, в принципе. Поэтому всем до завтра. Телеграм есть в описании профиля. Подписывайтесь, кто не подписан. Всех до завтра, всем удачи, всем пока.